поста, какое количество человек на посту, какой смены, сколько смены и какие водятся караны. Основное направление. Еще можно усилить, пока есть возможность, пока есть время. Мы недавно взяли этот пост, поэтому усиливать будем сейчас. Обязательно нужно усилить, обязательно закапываться. Поглубже можно закопаться. Еще, да. Делайте удобства, делайте перекрытие более усиленное, пока есть время. Обязательно, да. Мы это сделаем, да, мы еще доделаем. Так, вот сегодня тоже еще. На третьей, справа она заходит, справа, справа она заходит. Обязательно, да. Обязательно углубляться, обязательно усилить. Да, вот эти техники, просто сюда положи. Ну как, на посту? Отлично. Будем еще усиливать, да, будем усиливать. Все, ждем. Ага, сходи, мой совет. 01-01, мастер, прием. Да, слушаю. Мы берем военных, трясем, вот часть из них пленные, часть из них это те, кто сдались, сами сдались. И одни и другие говорят, ну, понимаете, нам объясняли, нам вдалбливали, что вы враг, что вы нас хотите уничтожить, что вы нас хотите стереть с лица земли. Расскажу историю. Значит, очередной раз влупили сюда. Наши только собираются выдвигаться. Мы по коптерам видим, что бежит один. Мы по станции передаем. Он к вам бежит, ликвидируйте его. Наши, из-за того, что здесь здание вот так вот стоит, ну вот так вот прям на дороге, а наши немножко в глубине. Они его не наблюдают, не видят. Он бежит к этому зданию. Мы передаем, пытаемся передать, что он уже в соседнем здании. Он здесь посидел 30 секунд и перебегает к этому зданию прямо под забор к нашим. Он к ним под забор, мы им кричим по станции, что он у вас под забором сидит. Уничтожайте его. И в этот момент он берет и перепрыгивает к нашим через забор. Прямо на наших сверху раз и падает. И они, взяли. И они его раз и в плен взяли. Заблудился, не в ту сторону пошел. В общем, я первый раз пошел, так попал. И к нам попался. Да. В состоянии наших подразделений не в лучшем, далеко не в лучшем состоянии. Много парни думают, как можно как бы свалить. Некоторые типа специально себя ранят, чтобы типа свалить. И говорили у нас, что командование, что кто отходит, тот все уже не и возвращается назад. То есть скорее всего свои шлепают, в общем. То есть впереди как бы смерть и сзади тоже смерть. Поэтому. В этой группе старший, да? Мы приехали 3 дня назад. Любой военнопленный очень ценен как источник информации. И даже вот такие рядовые бойцы, они очень ценны для нас. В первую очередь они ценны тем, что мы узнаем об их морально-психологическом состоянии. Объясняют нам очень многие вещи глубинные. Он, может быть, даже многих вещей не понимает, но мы из каждых таких показаний мы создаем и складываем пазл, что вот их его взяли, напугали, сказали, что если ты не будешь воевать, мы вырежем твою семью. Если ты убежишь, мы убьем тебя. Поэтому сиди, вырой вот в этом месте окоп и отстреливайся до последнего.